Привет, меня зовут Лиза. И сегодня вот такие вот куколки будем собирать. О, это куклы Лол. Давай скорее, открывай. Пошли вот так носить. Где малышка? С рогом. Где вот девочка? Такая большая сутка. Давай скорее собираться. А куда наши девочки собираются? Гулять. Гулять? Ну хорошо, давайте скорее собираться гулять. Рассказывай нам, что ты делаешь. Сюда они в сумке, что ли, поедут? Да. Тут не потеряться. Такой вот котик с юбочкой. Как красиво получилось. Девочки уже тоже собрались? Да. Это чьи туфельки? Котика. Котика? Котик у нас тоже в туфельках ходит? Да. Я хочу. Ну давайте скорее уже собираться, уже не терпится пойти гулять. Ну все, мы собрались на улицу гулять. Все девочки у нас одеты. Пошлите гулять. А на чем мы поедем? На коляске. На коляске. Вот она, наша коляска. Давай скорее сажай сюда девочек. Котики будут гулять. А девочки сидят. Пошли. Садятся. Я не пришла, я не пришла.
Ну все, все девочки у нас в коляске. Пошлите гулять. Дождик пошел. Давай скорее капюшончик поднимай. Вот все, наши девочки уже не промокнут. Будут спать. Спать будут? Ну давай. Укатать их надо, чтобы они поспали, хорошенько выспались. Чтобы потом себя хорошо вели, да? Они будут у нас отдохнувшие. А потом мы их будем кормить, да? Да. Только надо сначала ручки помыть и что-нибудь сварить. Сварить. А у нас же есть теперь специальная машина в конструкторе Лего, в которой продаются пирожки. Пошлите скорее кушать пирожки. Давайте. А пока наши девочки вылазят из коляски, мы посмотрим нашу новую машинку. Посмотрите, сколько в ней пирожков. Много. Здесь можно купить разную еду. Давай слазь. Еще порядка? Нет. Раздеваем наших девочек. После прогулки нужно всегда раздеваться. И сейчас мы в этом рукомойничке. Все девочки и животные, наши кошечки, будут мыть ручки. Ну-ка еще раз, что это? Мыло. Мыло? Ну да. Давайте, пусть девочки и кошечки моют ручки с мылом. Почему у нас девочки будут ручки вытирать? Они уже, наверное, у них высохли ручки. Можно уже идти и покупать пирожки. Какие у нас тарелочки с пирожками. Так, малышки, маму котик. Ой, на всех не хватит здесь. Ну, пусть они по очереди кушают. Давай уберем тех, кто покушал. Вот остались у нас девочки, которые кушают. Все. Все девочки сыты и довольные. А наш магазинчик уезжает. Ну и нам пора прощаться. Говори, Лиза, до новых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Пока-пока.